Всем привет, с вами Робатейн Кинг, и я зашел в FNAF Tower Defense, который настоящий, оригинальный, то есть был раньше сделан того Five Nights Tower Defense, и меня тут встречает какой-то диалог, потому что тут добавили, кажется, какие-то войны, потому что, смотри, тут тьма абсолютников, но абсолютник круче, и страшный Медведь 5. Но я к абсолютникам, потому что, ну, это... Смотри, какие милые, ну, смотри, это плюшевые игрушки, ничего не сделают. Крайне, ты должен позаботиться об этих вещах, они везде. Это вам про абсолютли? Они даже выгнали Вонка из его дома Бэкрус. Есть причины, по которым мы держим его там в первую очередь. Что это за накачанные бони? А, вот этот челик, это скородический, короче. Не, пока ты не уничтожишь все эти Медведь 5 плакат. Я не знаю, кто такой Бер 5, но это какой-то... Что это, я даже не знаю, какой-то из FNAF челик. Канон он или нет, я не знаю. Людям нравятся эти вещи, они супер милые, никому не причинят. Во-во! Эти плакаты даже не мои. Кроме того, а как насчет ваших плакатов? А, ну, эти плакеты. Они не мои. Выходите вы двое. Причем накачан он. Капец. Вот это гениальный, конечно, начало видео. Либо мне плевать, что вы их делаете. Я просто хочу вернуть свой двойн. Эти абсолютно появляются повсюду, и это становится раздражающим. Избавься от них. Нет, они буквально ничего не делают. Ну да, они буквально ничего не делают. Абсолютно говорит. Веселый смайлик. Вот и все, ты оставил мне выбора. Ты получаешь псевдобожество, я тоже случайно. Ну, что там было, я скипнул случайно. О, да, смотри, там везде плакаты этих медведей. А он абсолютно там... А вот абсолютно такой деловой. Я вызываю тебя на мою сторону, Медведь 5. 0-0-0-0-0-1-0-0-0-0. Что? Нет. Это событие, это битва между двумя командами. Абсолютно ли Медведь 5? Но Медведь 5, он страшный. Вы выберете команду, и любая сторона победит. Получит скин на основе талисмана их команды. Сквик-сквик! Присоединяйся к твоей стороне, чтобы помочь распространить милость по всей. Во-во-во. Давай посмотрим, какой он милый Медведь 5, вероятно. Присоединяйся ко мне, и будет 5 на Медведь. И мы будем разуменить. Медведь 5 круче. Я абсолютно выберу. Сквик-сквик-сквик. Ух ты, похоже, ты будешь проигрышной команде. Как бы это ни было, давай позволим цифрам говорить. Хм. Что за хм? Теперь, когда выбрали команду, расскажу вам, как работает это событие. Есть 4 категории, за которыми будут соревноваться обе стороны. Команда, которая победит в большинстве категорий, получит эксклюзивный скин. Ну да, логично. Здесь 4 категории: фаскоины, заработанные фаскоины, поинты, Ultimate Custom Night, победы в режимах и открытых скинбокс. Блин, я их открыл в прошлой серии. 4 штуки, блин. Ну, я бы сейчас какие-то поинты дал. И есть одна секретная категория, которая будет объявлена в конце. Лучше поторопитесь, конкурс уже начался. Удачи в обеих сторонах. Не, вот это имба, вот это смешной очень диалог так-то. Во, let's go. Здорово. Везде реально стоит этот плакат, и вот абсолютно ли. Во-во-во-во-во-во, абсолютно ли, вот он. Ой, такой плюшевый. Во-во-во, танцуют, все танцуют. Тут, кстати, был плакат медведя, а вот он, сместились. Короче, был намек, что будет ивент, потому что это было в прошлой серии, я помню. В прошлом обновлении были эти плакаты тоже. Абсолютно, твоя тьма. Все эти категории секретные, которые будут в конце заблокированы, вот это все мы почитали. Побед 0 из 8 или Ultimate Custom Night. Я еще не играл даже в Ultimate Custom Night, я попробую поиграть, я не играл. Ultimate Custom Night, наверное, там просто можно менять свои категории, что-то получать очки какие-то, так. Вау, Ultimate Custom Night, пошли туда. Сейчас посмотрим, что это такое. Посмотрим, у меня тут появился пранкстер. Оказывается, пранкстер имба, он, оказывается, как яд работает. А, этот ивент всего лишь на 7 дней, а что так мало? Ой. Меня, надеюсь, не туда не кинуло? Не, это просто картинка. О, привет, здорово! Он в пятой, в команде Медведя 5. Он еще не подозревает, что я его злодей. Это карта с пятой части, Sister Location. Угу, Ultimate Custom Plan. Угу. О, понял. Давай, заходи, что так медленно? Основная контрольный модуль. Да, я знаю. Жаль, тут никто не стоит. Вот тут Балора или где там. Здесь
А, вот здесь Балора, здесь вроде Фокси, Фантайм. Фокси вроде, не? Их как-то по-другому звали. Алло, просыпайся, мой враг. Просыпайся. Так, они, кстати, отсюда идут. Так, 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 так. Опа, понял. Так, ну я, наверное, поставлю Пранкстера. Потому что он хороший стартер. Жопа, тут можно только ставить на столы. Ё-моё, на что я не согласюсь. Я не знаю, что такая карта обосранная. Я ненавижу вот такие карты, где надо ставить на столы, потому что ну это непонятно, как они работают. Ты не видишь, куда попадает твой персонаж. Потому что, смотри, я ставлю, тут видно, а на самом деле нет. Ох уж это физика. Но я могу вкачать, и он будет хотя бы больше урон наносить. Так, я надеюсь. На что я надеялся? Скажи-ка мне. Я не договорил свою фразу. Надеялся я на то, что не будут с другой стороны идти. О, в той Фредди. Фредди, хелпи. А, тут типа Фредди будут идти от ней. Ну да, это ультимейка основная, там все аниматроники. Так, мне, надеюсь, хватит денег сейчас, а? Чел, ты будешь защищать или нет? Чел! Чел! Тут идти! Чувачки! О, вот здесь можно ставить, ура! Так, но у меня денег нет, что это? Кассир. Ты дебил. Ты дебил. То есть ты и деньги получаешь, но ты не будешь защищаться, да? Счет 53, а надо 5 миллионов. Или, сука, 500 тысяч. Не, возможно, кассир хороший, смотри-ка, он там несколько раз скинул. Ну, да, кассир все-таки хорош, ладно. И деньги, и... А может, он даже денег не приносит, я не знаю. Просто кассир, наверное, деньги должен приносить, не? Вот здесь никакой защиты нет, а вот ты заметил, что оттуда никто нет, потому что пранкстер, все разносят лица. Давай еще раз прокачаем его, а у меня денег нет. Ну, смотри, опа, все, горят, 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 вот горят, подходит, вот игрушка Фокси, это Мангел. Мистер Гипп, ну да, тут все аниматроники, короче, будут самые жесткие, это марионетки, не знаю, Голден Фредди, что тут еще жестче, и Спрингтрапы, ну все, короче, будут. Все. И Лолбит, наверное, тоже. И Абсолютно тоже, да. Так, здесь вентиляция, ладно. Ну, вот Бейба. Уродские лица. Карта. Угу. Ну, нам опасно вот тут написано. Очень опасно. События! Ёба, я реально обосрал. Отключение электричества. Ай, серьезно. Первый раз вижу такое, потому что я не играл Ultimate Custom Night, но прикольный какой-то режим. Ой, наверное, очень сложно, да? Игра, опа, первый раз его вижу, смотри. Игрушечная Бонни, так ты она или нет? Ну, хотя, кстати, возможно, она. Либо это Фимбой, я не знаю. Потому что у него какие-то очень странные формы. Так, это что? Конфетный кадет? Фредди? А Фредди такой злой, смотри, идет. Рок. Так, что тут у тебя прокачано? Да, ну деньги у тебя идут, я не знаю. Я даже не могу посмотреть, сколько у тебя денег. Но ты мой злодей, у тебя пятая команда, а я. Абсолютно. Ты этого даже не знаешь, что у меня даже титул не стоит. Ты этого никогда не узнаешь. Смотри, он еще нубика держит в пленных. Ах ты. О, свет включили. Прощай, весна, ремикс от Мэбот. Вот что твои кассиры делают? Давай-ка я сейчас поставлю пранкстер, и мы будем жить счастливо. Потому что что-то твои кассиры не справляются. Слишком беден. О, он 500 стоит. Значит, следующей волны подождем, да? Или, может, деньги дадут? Что-то как-то очень сложно тут деньги зарабатывать. У нас 88. Что за мой пронстер как-то плохо работает? Я тут хорошую позицию подобрал, он там денег мне не приносит. Офигел, что ли? Что ты там делаешь? Ой, тут Бонни пошел. Смотри, он справляется со всем, а его вот эти сраные кастиры ни хрена не делают. Не смотри на меня так. У тебя все нубярское. И нубика ты в клетке держишь. У тебя шляпа из нубиков. Это сам нубик. И кастиров ты используешь, потому что ты нубик. Шел. Урон 3. А нет, 2. Диапазон 8. А, ну да, деньги приносят, смотри, нам 50. Эй, богатый, но зато дефаться-то кто будет? Алло, ой-ой-ой. Это укус 87? Где? Из батапайта, это 7? Да, это укус, то есть 87. А, я типа ходить не могу, ни хрена прикольно. Но я успел поставить пранкстер, так что мы сейчас пропустим волну. Да, пропустили, отлично, мои пранкстеры хороши.
Давай, давай, добивай его. Я верю в тебя. Я на тебя все поставил. Ты мой герой. Ну ты вообще справляешься со всем. А вот эти кассиры ни хрена не сделали. Вот они только деньги приносят, а ты бестолочь. Так, вот его надо пранкстера покачать, если честно. Так, все нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, бежит, бежит, бежит. А, ты заразил других. Молодец, Фокс. Спаситель, ты всех убил, дебил. Так, тут что? Тут я вижу, какая-то жопа происходит. Что это? О, это робот из FNAF 9. Вау. Я даже не знаю, как их зовут, но вот видишь, написано робот. Персонал. Окей. Ты что им будешь делать или нет? О боже, это будет долго. Тут, кажется, музыку можно менять. Звуки. Оп. И музыку можно выбирать. Визуальные эффекты, количество партиклов, автоматический пропуск, диалоги, легкий анюзл. Шо? Что за анюзл? Так, 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 а тут что? Так, тут здесь идет фильмбой и End 02. Баба. Опять события. Инфляция. Нет! У меня и так денег нет, а этого челика еще кассиры. Да ты охренел! Шо? Это же аниматроник из FNAF! Аэр! Это же... Короче, сгоревший Энд. Только где его маска? Интересно, а вот, вот этих... А, да, тут модельки меняются, значит, у него маска появится с обновлением. На пятом уровне у него маска появится. Капец, тут FNAF Аэр есть. Вау! Тут еще вроде FNAF World есть. Так, пранкстер, ты как мог? Ты пропустил одного Энда. У нас тут какой-то дебил стоит. А какой урон хотя бы? Ладно, давай. 20. А это, наверное, длительность 20, я не знаю. Шо 20? Предел. Типа радиус? Диапазон так. О, прокачал. Да-да-да, у него маска появилась. Все, это настоящий сгоревший Энд. Или как там его зовут? Я не знаю. На Fire давно убрали серваки, отключили. Так, это что такое? Это Warpal Guy? Warpal? Кстати, заметил, да, у меня фонарщица есть фиолетовая. То есть у меня теперь два фиолетовых чувака. Опа, опять события. Чего-чего? Отключение. Да, ой, неинтересно, фу. Новый челлендж появился. Это босс, типа? Неудачный опыт. Так, мальчик по ломбой пошел. Неудачный опыт. Что это? Бонни, Фокси, Чика, Фредди. Типа мутант? Тут все аниматроники первой части. А Голден Фредди где? Покажи-ка. Задница, может? Нет, нет. Так, денег-то у меня нет. А с другой стороны идет хотя бы какой-то? Ух, ё-моё, тут этот... Take a map пошёл. Реклама. Давай посмотрим рекламу. Мне делать нечего. Бонни бургер! Всего за 5 фасткоинов! Ни хрена себе. Кушайте бургер! О, иначе. Какие-то зубы. Леллис, лоллис. О, опять событие. Так, там этот челик проходит, он сейчас убьет меня, да? Какой-то армии. Какая-то армия, что за армия? Вперед! Так, музыка надо погромче, какая-то прикольная музыка начала играть. Что-то неудачный эксперимент пошел. За армия. Йоу! Это наши? Это какие-то маленькие эндоскелеты были. Но они дофига урон нанесли, только все равно как-то долго. Че, ждал меня, чтобы я пропустил? Прости меня. Что тут еще есть? Вот этот. Я не посмотрел. Я мог посмотреть, но видишь, я рукожоп. Так, с другой стороны что-нибудь идет. Во-во-во, фимбой, фимбой. Так. Металлическое прошло, чика, так, так, так. Ну тут реально все аниматроники, которые есть в этой игре, да? Вот именно в этой игре. Во FNAF я не знаю, все аниматроники. Но если есть такие вот скины, то, возможно, тут даже FNAF Air будет бегать. Так, надеюсь, вот этот челик поможет нам, да? Давай. Сгоревший Энда, давай работай. Давай. Не, он хорош. Он хорош, что-то там горит, кстати. Ой, он перегорел. О, у него лимит! Вот в чем проблема этого перца. Где? А, это не скин получается, да? Раз уж у него такая механика, да, это по-моему. Ну, для него, наверное, нет скинов, потому что он это
Энда, который и так скин в FNAF, а я же начинали, у него не должны быть скины на скин. Логично, логично. Так, у меня 1418 монет, я могу вкачать вот этого. Вкачаю. Не, Пранкстер хороший юнит, он очень хороший, прям мега-мега-мега хороший. Так, что тут будет происходить? Давай, кассир, бей. У этого чего дофига денег, но он этого скрывает. Тем более нубика держит в заложниках. Что, вкачал? Все еще второй уровень. А третий не существует, типа, давай работай. Не, мне кажется, не добьем, очень плохой Энд. Он сейчас перегорит. Фу! Как с таким инвалидом я играю? Нахрен тебе этот Энд? Че, радуйся, 10 кп у нас осталось. Стенда ничего не может делать. У него кассир, а он денег даже не может получить. Опа, Фантом Фрай. О, какой страшный Фантом Фрай. Смотрите. Черная пятница. Все по скидкам. Сколько стоит? 1000. 1000. А сейчас сколько? 500. О, в два раза дешевле. Оставить я могу их все равно за такую же цену. Не, ну это дешево, по крайней мере. Давай. Пока есть скидка, мы вот это поставим. А, и все, скидка пропала, да? Ну, просто 150 так и будет, было бы 75 стоило. Не, ну капец. Смотри, как мы легко проиграли. Ты чё, кто его шлепнул? Ну, мы проиграли, потому что у меня какой-то инвалид попался. И 5816. Ура! Если бы я в соло играл, я бы выиграл. Боже. Знаете, запомните его никнейк. Вот этот никнейм запомните, он нубик, не играйте с ним. Ну, денег мало дают, лучше бы я в соло играл. Бонус сложности карт. Бонус к уровню плюс 7, нет. Сколько так? 11 минут, жопаная. В принципе, все. Обнову я проверил. Какие-то кланы, поинты зарабатываю, получая скины. Ну, маленькая обнова, да. Два скина, наверное, добавили, и все. Ну, с вами был Роботин Кинг, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.